Привет, меня зовут Денис, я из Москвы, занимаюсь IT, Project Manager. Как вы узнали о ювелирных украшениях Пьер? Очень просто, на самом деле, нестандартная история. Искал черный камень, вот, и по запросу там где-то в Гугле или в Яндексе вот нашел вас. Почему у вас появилось желание сделать заказ? Приехал сюда, пообщался с вами, и мне все понравилось. Подход очень понравился, когда мы начали с вами переписываться в WhatsApp. Все мне рассказали, объяснили, и я понял, что зачем что-то еще искать. И Спасибо. все нашел. А у вас были какие-то сомнения или опасения перед заказом? Я думаю, что они все развеялись, когда я приехал сюда первый раз. Хорошо. А еще с кем-то сравнивали? Сравнивал. Забыл уже, как они называются, я вам рассказывал на первой встрече. Я уже тоже Да, ну, в общем, забыла. с этими ребятами, но, вот говорю, приехал к вам и решил уже больше ничего не искать. Какой вы результат получили? Пока я очень доволен. Очень красивое кольцо получилось. Хорошо, а что потом может случиться? Не знаю, ну, как бы доволен. Осталось только подарить. Хорошо, по шкале от 1 до 10, насколько вероятно вы рекомендуете Пьер друзьям и знакомым? На 10. Спасибо. Точно. И последний вопрос. Что можете посоветовать людям, которые еще не решились на заказ? Для начала пообщаться с вами. Вот, я думаю, что они решатся. Спасибо большое. Вам удачи. Спасибо.